Привет, дорогие друзья! Привет! Айхан, как дела? По-русски говори. По-русски... Хорошо. В общем, сегодня воскресенье вечер, и мы, как всегда, после всяких разных дневных приключений вылезли вечером погулять, ну и, конечно же, покушать. Поэтому... Вот такая вот здесь красивая улица с фонариком. В общем, мы гуляем по Алании, идем сейчас на набережную, ну и покажем вам, что здесь происходит. На улице сейчас не так жарко. Сегодня Ирми-Бирмы будем? Сегодня 22 июля. 21. В общем, солнце зашло, прохладно, классно. И гуляя по улице, посмотрите, кого мы нашли. Вот такого попугайчика, который совершенно не привязан, немножко боится, но кушает и никуда не улетает. А еще вы можете купить открытки, целых 15 открыток стоит всего 1 евро. Куча всяких разных открыток с Аланией. А еще на улицах Алании вы можете встретить вот такие вот красивые ящики. Это почтовые ящики, да-да-да, они еще есть в Алании. ПТТ, это турецкая почта. И если кто-то отправляет письма или открытки, можете купить открыточки и свободно кинуть их вот сюда, и она улетит по всему миру. Сейчас мы находимся на верхней улице набережной. И здесь расположены бары и клубы, где поют и играют турецкую музыку. Ну, обычные, в общем, бары, тюрку-бары называются, бары с турецкой музыкой, где народ отдыхает, развлекается и слушает турецкую музыку, где подают различные горячительные напитки и выступают турецкие звезды. Кстати, напишите в комментариях, любите ли вы турецкую музыку и какую. Ну, выступает, например, вот Сердар Онур. Я не знаю, кто это. И вот девушка Рабия. В общем, наверное, какие-то местные. Айхан, он нарьели мы? А, Айхан говорит, что это местные певцы. Вот где-то уже... Нерден Чалыр? А, вот здесь уже началась живая музыка. Нас уже туда зазывают. Но мы туда не пойдем, потому что мы гуляем. А внизу, друзья, конечно же, вы знаете, расположены дискотеки. Например, Бистро Бельман. Но сейчас мы спустимся вниз и все вам покажем. Ну, а вот так вот выглядит набережная ночью. Можно посмотреть поближе, кто хочет кинуть одну лиру. Ну, а вот так вот набережная выглядит сверху ночью. Корабли готовятся к отправлению в вечерние яхтуры. Народ гуляет, отдыхает. Очень-очень красиво. Сейчас мы туда идем тоже. Также на этой верхней набережной расположено много интересных ресторанов. Например, вот там вот есть иранский ресторан. И здесь единственное в Алании финское кафе, куда приходят финны. Я там никогда не была, но называется он Suomalainen Ravintola. Кто знает финский, пишите. Вот так вот выглядит финская кафешка. Вот так вот здесь выглядит эта кафешка изнутри. Но продают здесь, к сожалению, только турецкие блюда. Финского у них ничего нет. Дорогие друзья, еще раз хочу вам напомнить о том, что теперь у нас не будет традиционных встреч подписчиков, а каждое воскресенье, как я уже говорила в других видео, мы с Айханом посещаем разные места, и вы можете присоединиться к нам. И план наших поездок я выложу в группе ВКонтакте, ссылка в описании. Ну и, конечно же, всегда все самое главное я оставляю в описании под видео, в ссылки на местоположение различных мест, интересные места. Ну, в общем, смотрите всегда в описании к видео. А мы уже подошли к Красной башне. Около Красной башни расположен традиционный турецкий дом. Здесь вообще очень-очень красиво. И вот вы видите еще один почтовый ящик.
потому что здесь продают много открыток, но на них нужно покупать марки. И вот она, Красная башня. Я на ней была уже очень много раз, но всегда хочется посещать Красную башню снова и снова. С нее открывается просто потрясающий вид на всю Аланию, поэтому, когда вы будете в Алании, обязательно приходите на Красную башню. И смотровая площадка около Красной башни, традиционное место, которое мы посещаем практически каждую неделю. Ночью отсюда открывается невероятный вид на судоверфь и на крепость, конечно же, на судоверфь, которую обязательно вы должны посетить, обязательно, когда будете в Алании. Здесь очень-очень красиво. Вы можете посетить судоверфь и далее подняться наверх и со смотровых площадок еще раз увидеть Аланию, совершенно другую Аланию. А? Айхан, новый мопед, велосипед, мопед. Ну и вечером местные певцы любят сидеть, играть и петь. Теперь от Красной башни мы опять спускаемся вниз, и сейчас будем пить чай. А теперь мы пришли в кафе пить турецкий чай. Сидим на набережной около вот таких вот красивых лодочек. Очень классная погода, и пахнет морем, и рыбой. А еще на набережной есть бесплатный интернет, называется он Алания Муниципалити. Туда нужно ввести свой номер телефона, пароль. Пароль вам приходит на смс-кой, и войти. Все получилось. Дорогие друзья, а сейчас Айхан проведет вам урок турецкого языка. Я буду говорить по-русски, а он будет говорить по-турецки. Доброе утро. Günaydın. Добрый день. İyi günler. Добрый вечер. İyi akşamlar. До свидания. Selam. Hayır. Merhaba. Görüşürüz. Bay bay. Tamam, görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Dobro noche, iyi geceler. Потом, neden? Потом? Потом, потом sonra. Sonra. Почему, neden? Ключ, anahtar. Хлеб, картошка. Хлеб, ekmek, картошка, patates. Клубника, çilek. Батлажан, патлажан. Баклажан. Баклажан, патлажан. Şimdi çok böyle mesela durak falan da biliyorum ama onları söylemeyeceğim. Ha, durak. Salak. Hayır, durak ne demek? Durak. Остановка. Durak. Остановка. Остановка. Ben onu bilmiyorum işte. Ben durak Rusça. Durak Rusça остановка. Автобус, otobüs. Автобус. Otobüs. Kadar. Ya hatırlamıyorum ya, var biliyorum, bir sürü şey biliyorum. Mesela Klasna çok iyi. Tamam. А еще в турецком и русском языке много похожих слов. Например, по-турецки дурак, по-русски остановка, по-турецки кулак, ухо. Ну, по-русски кулак, знаете, что это. Например, бардак по-турецки значит стакан, табак
по-турецки значит тарелка. Очень-очень много таких слов, поэтому откройте обязательно на досуге похожие, наберите в гугле похожие русские и турецкие слова, и вы увидите очень-очень много интересных слов. Я думаю, что эти слова вы, когда приедете в Турцию, сможете их здесь также применять. А сейчас мы на набережной. Позади нас остались все корабли. И мы идем сейчас в самый центр. Очень комфортная погода. Не перестану повторять. Вот такие вот красивые фонарики висят. Мы немножко проголодались и идем что-нибудь покушать. Там много народу. Народ кушает. Народ кушает, отдыхает. Кто-то, видите, машет нам в камеру. Думает, что мы туристы, но мы не туристы. Мы местные. Ну что, дорогие друзья, мы очень вкусно покушали. И сейчас уже практически 12 ночи, мы едем домой. Надеюсь, вам понравилось это видео. Все подписывайтесь на наш канал. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.